Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить совершенно потрясающую творожную запеканку, необычную, с кабачками, или как у меня в данном случае, с цукини. Она получается очень вкусная, такая ароматная, сочная и, конечно, очень полезная. Здесь много кабачков. Пирог получается очень красивый, такой нежный, мягкий. И, конечно, он будет вкусный и холодный, и еще теплый. Структура получается невероятно нежная, прямо такая кремовая, потому что здесь и творог, и сыр, и, конечно, пикантность, и хруст добавляют кабачки. Их здесь много. В сезон кабачков будете готовить ее постоянно. На одном кусочке просто невозможно остановиться. Для рецепта мне понадобится примерно 600 граммов цукини или кабачки, пучок укропа, 1 зубчик чеснока, 200 граммов творога, 120 граммов твердого сыра. Я использую сыр чеддер, можно использовать любой. 100 граммов муки, 25 граммов растительного масла, 60 граммов сметаны. Сметану можно заменить кефиром. 8 граммов разрыхлителя для теста, 3 крупных яйца, соль 1 чайная ложка, сушеный чеснок 1 чайная ложка, четверть чайной ложки куркумы. Конечно, в тесто можно добавить любые специи, какие нравятся вам. Если кабачки или цукини молодые, их не надо очищать от кожицы. Натру цукини на терке мандолине. Я режу цукини вот такими тонкими кусочками. Если у вас нет такой терки, можно воспользоваться овощечисткой, просто нарезать тонкими полосками. Добавляю немного соли, перемешаю и оставлю цукини постоять, чтобы они пустили сок. Приготовим тесто. В миску разбиваю яйца. Добавляю творог, сметану, растительное масло, все специи и соль. Соли я добавляю сейчас 1/2 чайной ложки, так как я добавляла соль в цукини. И также немного черного перца. Хорошо перемешиваю миксером. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваю. Подбираю все со стенок миски, чтобы не было ни промеса. Благодаря куркуме тесто получается такое красивое, желтенькое. Всыпаю сыр чеддер, перемешиваю. Посмотрите сейчас, какое по консистенции получается тесто, как густая сметана. Мелко порежу укроп. Добавляю его в тесто. На мелкой терке натру чеснок. Цукини постояли и пустили сок. И посмотрите, они стали мягче. Сейчас я их отжимаю. Я убираю этот лишний сок, чтобы тесто не получилось слишком влажным. Немного цукини я оставила, чтобы украсить сверху пирог. Посмотрите, как много здесь осталось жидкости в миске. Хорошо все перемешиваю. Получается очень красивое ароматное тесто. Выпекать запеканку я буду вот в такой квадратной форме, 20 на 20 сантиметров. Я ее выстелила пергаментной бумагой, причем нарастила бока, чтобы удобнее было доставать пирог из формы. Пергаментную бумагу слегка смажу растительным маслом. Отправляю тесто в форму. Разравниваю его. И теперь из оставшихся цукини я выложу вот такие небольшие цветочки. Просто их вот таким образом утапливаю в тесто.
Конечно, все эти украшения делайте по вашему вкусу. Можно их вообще не делать. Самое главное, хорошо отжимайте, чтобы не было лишней влаги. По желанию пирог можно еще присыпать сверху черным кунжутом. Пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 190 градусов духовку, примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Запеканку я достала из духовки. Посмотрите, как она красиво подрумянилась, и сверху вот эти цветочки смотрятся очень симпатично. Обязательно проверяем готовность деревянной шпажкой или зубочисткой. Сейчас запеканку я оставляю остывать прямо в форме до комнатной температуры. И я сейчас попробую. Структура у этой запеканки просто потрясающая. Вообще как крем, такая нежная. И плюс здесь вот эти кабачки. Это просто сказка. Запеканка получилась великолепная. Тесто такое нежное. Плюс вот эти хрустящие слегка кабачки, как у меня здесь цукини в данном случае. Ароматное чувствуется. Аромат чесночка, укропа. Великолепно. В сезон кабачков я больше чем уверена, будете готовить эту запеканку постоянно. Она подойдет и к завтраку, и к ужину. Вообще для перекуса в любой момент. Очень вкусная и такая легкая. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях, мне будет очень приятно. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!